Праздник нам приходит. В Нарьян-Мар доставили 11 тысяч новогодних подарков для детей Ненецкого округа. Из них более 3 000 направят детям, проживающим в сельских поселениях. Вручать сюрпризы будут на новогодних мероприятиях в школах и детских садах. Исключением станут отличники. Они получат свои подарки раньше других. В этом году новогодние подарки, приобретенные за счет средств окружного бюджета, адресованы детям от года до 16 лет. Каждый новогодний сюрприз традиционно состоит из двух частей – различных кондитерских вкусностей и фетровой игрушки на елку в виде Деда Мороза. Подарок представляет собой жестяную банку в виде домик-теремок и содержимое в нем кондитерские изделия весом до 1 килограмма. Ассортимент очень разнообразный. Это и шоколадное яйцо с сюрпризом, молочный шоколад, вафельные конфеты, конфеты ассорти с различными начинками. Также представлен отдельно подарок для отличников. Это спортивная сумка и мешочек дополнительно еще с кондитерскими изделиями. Средняя стоимость такого новогоднего сюрприза в результате конкурсных процедур составила 630 рублей. Выиграла конкурс московская фирма «Академия подарка». В настоящее время осуществляется поставка подарков в дошкольные образовательные учреждения и в муниципальное образование округа. Неорганизованным детям в возрасте от года до 7 лет выдача подарков будет производиться в комплексном центре социального обслуживания с 15 декабря по адресу улица Рабочая, дом 18, с 9 до 16:30 часов.